Piyasa sıkılır da Burç. Блин, ну что это за свинья, блин? Взял, обрызгался футболку, блин. Вчера даже не успел так сильно замерзнуть, хотя съемки на улице были, да. Ну, такие легкие вообще. Ну, там с парнем санитаров играли. Не, возле скорой стояли, общались и здоровались с главным героем, когда он проходил мимо. Ну там в этом эпизоде, который был главный, я его не знаю, я этот фильм не смотрел. Да, сериал. Вот такой мне нравится больше. Иногда получается больше какой-то не такой. Какой-то невкусный. Почему-то как-то. Почему-то, потому что это зависит, я уже 100 раз говорила. И от свеклы, и от капусты, и от картошки, и от всего на свете, и даже от лазы. Это же от всего зависит. Баганаев легко спел партию Клубатура и Атамаша. А как должен быть роль Кучика, долго не отпадет. Даже при Фурзе говорит Глазков, вот вы композитор. Друзья, борщ вообще великолепный. С мочком. Да я его положил, он так упал. Люди падают вниз,
рассадник зла в нашей столице. Это гостиница, которая на протяжении 40 лет была одним из символов города, просто растворилась. И получается, что 40 лет это было 40 лет миража. Гостиница «Россия» за парадным фасадом в субботу на первом. Надо сделать чуть-чуть потише, а то я записываю уже. Не обижайтесь. Что они там до сих пор сейчас буфет это делают, да? Опять тебя зовут, чтобы ты пришла. Зато они не знают, куда что вешать. Ага. Ты там зачем? Я там вчера была, когда ректор показывал, куда что Да надо было в начале, когда с борщом есть. Нет, я люблю, когда борщ ешь и кусочек мяса там. А когда я уже съел борщ, мясо. Не борщ? Ну, съем кусочек, но это уже не так вкусно. Ты же, когда я съел борщ, мясо предлагаешь. Да, я так. Когда ты съел борщ, мясо. Чуть-чуть. Вот я тебе хочу поставить. Не, да я же все не буду есть. Почему? Да я чуть-чуть. Ну что я борщ уже съел. Так не очень вкусно. Тарелку дай сюда. Это не пачка. Только позже и советчики призналась. Черный цвет помогает ей пройти испытания и защищает от негативной энергии.
Включи Муслима Магомаева. Ты же когда не включай. Я имел в виду, когда реклама. Ну, что не так громко. А ты помнишь, когда он пел? Ты еще маленькая была, да? Его видела. Видела? В Санкт-Петербурге, когда я была в 7 классе. А вы что, на концерты выходили или что? Нет, он ехал в трамвай. В трамвай ехал? Да. Один? В троллейбусе. Один. Жена это его сказала, Милявская, что это, как Милявская, Синявская. Синявская. Что типа, если бы он не курил, он до сих пор был бы жив. Это вообще вред. Сделал погромче, ничего не слышу про него.